Так, запишем, наверное, тоже. Медузу. Медузы как геймплей. На 85-ке. Так. Верка, понимаю, будет фармить. Верка-то будет фармить. Блин. Так, там, получается, Void будет на линии, да? Чилить со мной. Чили-чили верить. Вискорица. Ага, вертолетомник. Хорошо. Так. Нормально подставляешься. Все ракеты получил. Хорошо. А еще умрет сейчас еще. Крипов уйди, босс. Ты мой, бля. На город наших братьев напали враги. Не второй, кстати. Просто так слоты не даю, уже объяснял. Думаю, нет. Не понимаю, стрим называется «Халявные слоты, заходи, игра» или что? Я не понимаю. Как стрим называется? Чё за херня, блядь? Чё за вопросы? Слотаж. Конечно, мы тут все сидим, ждем, пока ты зайдешь с нами, поиграешь. Ты не ходишь. Пока нет, потому что есть варик справку сделать себе по поводу ковидного укола этого. Пока все отменяется. На город наших братьев напали враги. Сейчас ботиночек кулюсь. Интересно. Очень интересненько. Заебал, дружочек. Хорошо. Наших братьев напали враги. Стики, кстати, заряжаются тоже хорошо. Чего не себе позволяют? Чего не так мало играют? Мид. А, некр медовый. Не, некр не медовый. Алхимик или что? Кстати, там алхимик стоит мид, да? Верно? Верно. Значит, что? Надо ходить, брать руны. Ой-ой-ой, я что-то и забыл, реально. Согласен. Сука, забыл. Бля, нужно руны реально ходить собирать. Он же нас вынесет просто в жопу. Тут бегать все руны собирать. Ну, он его убил, хорошо.
Заказ от 200 рублей донат любого героя. Тоди. Пойду руну возьму. Мне, короче, 4-го левела душит. На город наших братьев напали враги. Что за дебилы играют в топе, я не понимаю. Алло, блядь, кретин, иди за руной сходи. Просто пиздец. Непробиваемые. А, ясно. Завяжи, 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 завяжи. Долго вяжешь, я его рот наоборот. Куриц так как не было, так и нету. Кайф. Блять, ни того, ни этого не добил. Блять, нормальная камера, сука. Иди нахуй, слышишь, дружище, блять. Ты мне еще таким, сука, тоном будешь выражаться? Пошел нахуй с этого стрима. Забань его нахуй, этого долбоеба. Выкинь его нахуй с моего чата. На тейл, блядь. Уёбище, сука. Будет он мне рассказывать, что сделать. С таким тоном, блядь. Выкинь его нахуй отсюда, пожалуйста. Чтобы я его больше не видел в этом чате. Охуевший, блядь. Дружочек. Не прихуел ли ты часом, блядь, так выражаться здесь? Гангале. Ты уродец. Куда ты лезешь? Блять, ну что ты, сука, стоишь АФК, блять! Ой, ёбаный в рот, пожалуйста, живи, блять, в конце концов. Ебать, он ожил.
Просто кастуешь карту обычную через ход бота и клоз пишешь, все слоты играешь. А, нет, стоп, что несу. Ну, просто заходишь в этот, в лобби, ну, в одиночную игру Варкрафта и создаешься там, что тебе нужно. Какую хочешь карту. Через сражение заходишь, там создаешь. Все очень просто. На город наших братьев напали враги. Ноль пять. Команда, кстати, выносит четко. Четко. Часть урона блокирует третий скин. Химик от крипа умер. Хорош. Вот. Ну я тебя ждал, ты не зашел. Хуя ты дерзкий, блядь, дружочек. А, понятно, вот что ты такой дерзкий. Спасибо, Влад. Спасибо за приятный стрим. Приятного просмотра. Салам алейкум. У Некрофоса. Нормально. 7-0, кстати, команда выигрывает. Хорошо. Стоим, терпим.
Плюсик. Макшу пока. Нормально. И хорошо себя ощущаю. Отлично. Локер молодец, пришел ко мне пофармить. Это будут молнии, да, это молнии будут. Это будут молнии. В любом случае. Это будут молнии. Лучше, наверное, фармит им здесь будет. Потом Яша, наверное, и штринку какую-то. Что это за хуйня? А инвокера похер пушим. А, у инвокера гоним. Нормально. У него маны не было, боже. Его можно было хорошо там раздамажить так. Подала крити. Хер пробьешь. Ули там, кстати, нормально. Стики носят себе на 16-й минуте. Хз. Руфлана там аганим уже. Четко. Четенько. О, стаки. Так я люблю. Да, работает молния с скади. Ой, блядь. Фу. Фу. О, здорово. С минасами, то как молнии четко работают. Просто четко. Просто четко. Здорово, спасибо. Тебе тоже все хорошо. Никогда не умел играть на медузе. Не самый тяжелый герой, я бы сказал. Тоже чувствовать надо. Нормально ощущаешь, что будешь на нем ноги. Но джибать. Ну это такое больше ходячий фармер. Вот когда она фармит, начинает выносить всех и вся. Наверное, пойду же эти крипы убить. Кинька там сакрит. Фармить их лес. Еще первый скилл, да. Слишком хороший фарм потенциал у медузы. Еще первый скилл вообще. Забей, слишком много. Слишком много получает. Все, Войд подрался, ему хватит на сегодня. Повезло ему. А вот мне не повезло. Ладно,
Я четверых на себя стянул, нормально. Я бы не ушел отсюда уже никак. Там ракета летела, это. На старой карте, ну, такое. Иногда. Кирилл с Мидасом. Не угоним, да, я так понимаю. 21-м то гоним. Четко. Оп! Пошел вардить. Пацанчик. Хорош. Не мое. Ладно, куплюсь. Там нужно доджить, есть что. Там ракету доджить есть, стан есть, доджить надо. Поэтому ракета-бомба здесь будет. Ой, ракета-манда, господи, сейчас в данном ситуации. Ну ты охуел, блядь. Так, подошел спокойно. Ага, ага. Хуя себе, ты жесткий. Жучок. Да. Просто красава, братан. Пришел, отфидил меня. Молодец, умничка на химике. Просто лучший на химике. Пришел, сдох. Медаль себе купил, нахуясь. Охуенный план. Город наших братьев напали враги. На город наш. Там вертолетик что-то выебывается. Враги. Его инвокер сейчас должен убивать, по сути. Да, он его убивает, отлично. Хорошо. Ох, блядь. Валим. Валим отсюда, пока ноги. Что не так? Что с экраном? Все нормально, что с экраном? Только вебка в говне, никто не скажет мне. Четко прям так дал. Вайда тоже медас, что-то мне не показалось, оказывается. Все с медасами, все модные, блядь. А, инвокер. Мимо. Да. Иду за сильный фармер.
Ну я понял, не поддержит никто. Фарми, фарми. Фарми, пока не посинеешь. Это тоже фармит. Ладно, понял. Блин, нужно было в этой игре тоже медас себе делать, наверное, не париться. Хули. Хули нам индейцам. А рейдж нажми, блядь. Рейдж нажми, сука. Ты заебал, блядь. Сын, вертаж взрывотики, блядь. Да, вижу. Мне кору не дают. Мне кору не дают просто взять. Не хватает маны. Инвокер, блядь, проснись и пой! Что это, блядь, такое? Пулстоун, что ли? Бля, какой ты занудный, это просто пиздец, блядь. Ты так меня заебал, блядь. Сука, вот зануда на вертолете, блядь, просто. Блять, ну долбоёб для меня бьет самую жирную. Пиздец. Похоже, эти найксы. Давай, да, убейте. Хорош. Минран. Бежать. Стан. Пизда. Микрофос. Санстрайк. Не попал. На город наших... Давай, XC, Cold Snap там. Ой, ебаный. Что это? Давайте вместе, 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 вдвоем. Инвокер, помоги. Ну помоги, помоги ему, сука, ему, сука. Ой, ёба. Уйди, дерево, не вылазь, все, пусть взорвется. Хорош. Красавцы. Молодцы, убивайте его. Они его не убьют. Они его не убьют. Леха на инвокере, походу. Какой-то реально легкий. Леха. Так, ну коль воет меня бьет, я не знаю, скали надо что сразу делать, чтобы выживать. Ну что? Ну там еще ракета, типа. Не, наверное, сейчас я линку возьму. Чтобы всякие такие ракеты мне не заебали, чтобы лишний раз я манту не нажимал. Не хочу. Линку себе куплю сейчас. Потом МКБ возьму после линки. Вот так. Это нормальная идея будет.
Родин, привет. Да, наверное, так и сделаю. Слинку возьму. Наших братьев напали враги. Линка это Линкен сфера. Вот этот артефакт. На нас напали. А, плюс еще там некр, конечно, линка в любом случае нужна. Плюс там некрофос. На, бахекс еще в команду. Гуляк правильно ребра собирает, правильно, хоть он собирает артефакты. Этого гоним. ФК. Да. Пиздец. Чел, просто ФК. На город наших братьев напали враги. Давай, давай, давай. На город наших братьев напали враги. Да ничего страшного, бывает. Наш АФК постоял чуть-чуть. Не хватает золота. Ничего страшного. БКБ не знаю, БКБ не хочу. БКБ не хочу, мне кажется, не нужно. Лишнее будет. МКБ будет поинтересней. Ой, БКБ, МКБ плюс линка будет поинтереснее смотреться, я так думаю. Я и Вайда смогу пробивать, всех пробивать смогу там. Вот этого хера смогу пробивать с Радианцем. Его сейчас инвокер должен убить, кстати. Ну, кстати, кстати. Хорош. Рьюзный нормалет, проверяем. Орчит, да. Хорош. БКБ нажал и умер. Там воет чудик. Воет вообще, блядь, зверь какой-то. Батин кнопки нажал там просто. Запутался в кнопках.
Блять, ну не дают курицу взять. Добегался. Не дают курицу взять. Дают. Тут арьюзает. Ой, рано дал. Ты не прав, брат. Тупо тут ты не прав. Войд двоечник? Не знаю. Насчет Войда и двоечника не знаю. Вроде как нормально играем. Отыгрываем на герой. Нет, Скади собирать не буду. Через буква я в этой игре Скади собирать не буду себе. Я другой что-нибудь соберу себе. Можно 7 кб соберу? Ты не против? Надеюсь. Спасибо большое. Скади собирать я себе не буду. Не хочу я себе собирать Скади в этой игре. МКБ соберу себе. И буду прав. Потому что знаю, что я прав в этой, в этом моменте буду. А Скади не хочу собирать себе. Можно было бы, конечно, собрать себе Скади, если бы я один был танк в игре. Но, увы, все дамаг принимают. А у меня есть линка, которая доджит, и манта, и щит есть. И все, мне этого с головой хватает выжить в замесе. Тонкая грань, ощущаю ее. Так, в топе у нас химосик, там фармит с башен, херась. Аханим, соберись, я сейчас соберу. Он собирает, а ты гэкаешь, так что не особо лучше. Ну, естественно. Так у меня это дефект речи, связанный с моей национальностью, а у него это неграмотность. Ну, как бы да, не лучше, согласен. Нормально, мы его отпушили. Напугали. Ёптель мопти, сейчас войд будут прыгать. Все, войда задушили, кстати. И куда, братан? Чик. Эй, не хватает бабок. Ты чё такой жесткий? Я мог гейс нажать спасти его. Ох, ебало в рот гадюку.
Monster kill. Отлично. Собери близкади. Тролли, тролли. Тролли. Повылазили уже. Так. Нормально. По Затару. Можно я не буду собирать себе скади, пожалуйста? Я гиперстоун себе куплю, еще один лучше. Дагер. Ну такой себе. Бак, бак, бак. Демоны оковали меня. Сейчас будут пиздить меня. Да вы заебали меня, сука, дергать туда-сюда. Чего вы такие жесткие, пацаны? Пиздец. Разнос кабинетов. Ля, инвокер, инвокер, пошел, пошел, санстрайк нету. Жаль. Хорош. Замочили. Пацанов. Тупо замочили. Все, парни, вот такая вот игра. Красивая игра, я думаю, нормальная, скажем так. Ну, блин, команда что-то реально жесткая попалась. Прям душили. Руфлинд на втором месте. Руфлинд. Там тут. Фига себе, Руфа. Руфа наиграл. Неплохо так.